Ладно, все, давай, Камиль, пока. Увидимся. Ну что, Милана, как свидание с Камилем прошло? Ой, да какое там свидание? Это было обычный поход в кино. То есть вы даже не целовались? Конечно, нет. Милан, ну ты чего? Мы же ЛП, может нас ничего не скрывать. Короче, девчонки, реально не было никакого свидания, никаких поцелуев, потому что с нами в кино еще и Халк пошел. Халк? Ну да, он попросился с нами, я не смогла отказать, потому что Халк лучший друг Камиля. А я подумала, что если я откажу, то Камиль обидится на меня. Девчонки, Эш, прикинь, вчера учитель Макс предложил мне стать его правой рукой и помогать по всем вопросам в кампусе. Что? А как же Марго? Она же была его помощницей. Учитель Макс выгнал ее из кампуса. Так ей и надо. Как же мне бесит эта Эш с подругой. Эш, кажется, мы здесь не одни. Я что-то не поняла. Вы сидите и подслушиваете наш разговор? Мы вообще-то тоже тут переодеваемся. Кажется, вы уже переоделись. Так что освободите раздевалку. Вообще-то мы сюда первые пришли, поэтому сами выходите. Так, девочки, давайте не будем ссориться и портить себе настроение. Пойдемте. Пойдемте, а то здесь правда как-то душно стало. Валите, валите. Блин, Энж, посоветуй мне как ЛП, соглашаться мне быть помощницей учителя Макса или нет? Диана, ты еще думаешь? Конечно, соглашайся. Мы сможем пропускать школу, ходить на шопинг, краситься как хотим, и нам за это ничего не будет. Ну, возможно, ничего не будет мне, так как я его помощница. А насчет тебя я ничего сказать не могу. В смысле, Диана? Мы же ЛП. Ты что, не будешь мне помогать? Энж, ты опять все не так поняла. Ладно, пойдем, а то мы опаздываем. Блин, Камиль, круто вчера потусили, да? Да, круто. Только тебе не кажется то, что люди должны ходить на свидание вдвоем? Камиль, я что-то тебя не понимаю. Мы вчера пришли вдвоем. Вдвоем я имею в виду я и Милана, а ты был третий лишний. В смысле, Камиль? Мы же с тобой лучшие друзья. А лучшие друзья всегда должны быть вместе. Блин, Камиль, ты что, обиделся, что ли? Халк, скажи мне, когда ты уже помиришься со своей Энж и перестанешь меня доставать? Да скоро, скоро. Я, кстати, у тебя хотел спросить дружеский совет. А что, если мне реально похудеть и стать смазливым дрыщом, раз Энджи не нравятся качки? Слушай, а ты хотя бы что-то делаешь, чтобы помириться с Энджи? Да делаю, делаю. Слушай, Камиль, у тебя жвачки нету случайно? А то вдруг встречу малышку Энджи, и она решит со мной помириться и поцеловать меня. А я с утра чеснока наелся. Фух, ну сам понимаешь. Блин, Халк, как ты можешь столько чеснока есть? На, держи. О, спасибо, Камиль. Ты настоящий друг, всегда выручаешь. Ты чё, съел всю пачку? Ну да. А обо мне не подумал? Ой, тебе чё, жалко жвачки для друга? Да ну тебя! Эй, Камиль, ты куда? Мы ещё не доиграли с тобой. Слышь, Камиль, можешь объяснить, что происходит? Халк, мне кажется, то, что ты уже переходишь все границы. В смысле? Чё ты хочешь этим сказать? Я хочу сказать то, что ты не дружишь со мной, а просто пользуешься мною. И мне это все уже надоело. У меня нету времени на тебя. Я пошел к Милане. Ну иди, иди к своей Милане. Вот и пойду. Опачки, смотри, пазл. Очкарик, походу, проголодался. Че, много сил на батлы потратил? Ну и что там тебе мамочка приготовила на обед? Пазл, давай не начинать. Мы же уже договорились, что ты меня не будешь трогать. А может, извинишься за то, что ты назвал нас сегодня лузерами, а? А, очкарик? Почему это я должен извиняться? Ты проиграл на батле, ты должен извиниться. Кажется, четырехглазый не понимает по-хорошему. О, водичка. Не пей мою воду. Пить после лузера. Бен, зачем ты это сделал? Че, малыш, тебе не нравится? А как тебе это? Пазл, что ты наделал? Ты испортил мой бутер. Да ешь ты уже свой бутер. Он стал аппетитней даже. Блин, пацаны, я не буду это есть. Нет, будешь. Открывай рот. Пазл, отпусти меня. Рот открыл. Так, ребят, что у вас здесь происходит? Что за крики? Пазл, ты опять за свое? А, учитель Макс. Все хорошо, мы просто общаемся и веселимся с ребятами. Ну хорошо, а то я думал, что из-за пазла тут какой-то опять конфликт назрел. Ладно, очкарик, на этот раз я тебя прощаю. Живи. Приятного аппетита. О, Камиль, привет. Тебя, кстати, Халк искал.
Камиль, ты самый лучший друг? Так, Кива, я не понял, ты чё, ко мне в друзья набиваешься? Чего? Да нет, это не я. А кто тогда? Кроме тебя здесь в раздевалке никого не было. Так это Халк, он рылся в твоем шкафчике, когда я зашел в раздевалку. Халк? Он чё, совсем обнаглел? А это еще что такое? Обалдеть, Камиль! Это же огурчицы Дина Пауэр! Так у меня их целый шкафчик! Что с ними надо делать? Ты чё, Камиль? Гуджетсу это крутая штука! Знаешь, как они тянутся? Это гигапибень, можно узнать, что внутри, и он, кстати, брызгается водой. Говоришь, гуджетсу крутая штука? Да, хочешь покажу, как он тянется? Давай! Больно они тянутся! А что еще они умеют? А еще можно устроить противостояние боевых челюстей и водной атаки. Кип, смотри, а у этого вообще шея выдвигается. Это потому, что он ультраредкий монстр. Слушай, Камиль, у тебя так много гуджетсу. Может, поделишься? Ладно, я с тобой поделюсь, надержи. Но только, чтобы кампус не узнал о том, что мы с тобой сидели в раздевалке и общались. Да, да, хорошо. Переходи по ссылке и выбирай своего гуджитсу. Учитель Макс, я чего-то не пойму. Почему только я один прихожу вовремя на занятия, остальные постоянно опаздывают? Не переживай, Халк, я уже давно это заметил, и меня эта ситуация тоже напрягает. Не пусть это сидят опять в туалете или в раздевалке. Сейчас я пойду их всех и найду, и приведу сюда в класс. Энша, хочу поехать сегодня на шопинг и присмотреть себе новую сумочку. Ты со мной? Конечно, Диан! Что за вопросы? Я же твоя лучшая подруга! О, Энжи, привет! Энжи, малышка, ну привет! Привет, Халк! Энжи, малышка, ты знаешь, я у себя над кроватью повесил твою фотографию. И теперь, когда я просыпаюсь по утрам, я вижу тебя. Халк, знаешь что? Мне это вообще не интересно. И, кстати, стрёмно вешать над кроватью фотку девушки, с которой уже не встречаешься. Диана, почему ты такая злая? Это все потому, что у тебя нет парня? Тебя это вообще не должно волновать, тупой качок. Я не тупой. И вообще, я хочу похудеть и стать смазливым дрыщом. Может, тогда я буду нравиться Энжи. Боюсь тебя огорчить, но даже если ты будешь самым красивым мальчиком в кампусе, я с тобой встречаться не буду, потому что ты трус, который не смог меня спасти из бассейна, когда я тонула. Энжи, я же тебе обещала, что я научусь плавать, и когда ты в следующий раз будешь тонуть, я тебя обязательно спасу. Надеюсь, следующего раза не будет, и я обойдусь без твоей помощи. Пацаны, отвечаю, если бы не учитель Макс, я бы заставил этого лузера сажать этот сэндвич. Блин, Пазл, ну может не будем его трогать, он как бы нас прикрыл? Ты чё, Бенц, забыл? Он оскорбил нас при всех и должен ответить за свои слова. В принципе, правильно. Да, правильно. А что случилось? Да потом расскажем, пойдем. Кстати, девчонки, учитель Макс будет жаловаться на вас, вашим родителям. За то, что вы постоянно опаздываете на уроки. Чтоб ты знал, нам за это ничего не будет. Это еще почему? Потому что моя лучшая подруга Диана стала новой помощницей учителя Макса вместо Марго. Так что можешь не напрягаться. Че, пацаны, мы как всегда самые последние. О, привет, девчонки. Привет, мальчики. Вот он, пришел, самый красивый и смазливый дрыщ в кампусе. Ха, я хоть и смазливый, но я хотя бы не такой тупой, как ты. Я тебе тысячу раз говорил, не называй меня тупым. Ты что, плохо понимаешь? Халка, пусти его! Слышь, сядь на место, очкарик, ты тоже получишь. Пазл, что ты это терпишь? Врежь ему уже! Чуть не пойму, а тебе кто рот разрешал открывать? Шестерка пазловская. Убери руки от пазла! Энжи. А что, если я набью морду твоему красивому парню? И он станет не таким привлекательным, как раньше. С кем же ты будешь тогда встречаться, а? Ты чё, дурак? Отпусти его быстро! Пазл, потерпи немножечко, я за помощью. Учитель Макс. Так, Бен, сядь на место. С тобой потом разберемся. Ребята, мне уже это надоело. Вы постоянно опаздываете на занятия. Делаю вам последнее предупреждение. Если еще раз это повторится,
Я сообщу об этом вашим родителям. Милана, я, наверное, пойду в кафешку. Ты со мной? Не, я, наверное, тут посижу. Хорошо, увидимся на уроке. Давай. О, Милан, ты здесь? Да. А я тебя как раз ищу. Что-то случилось? Да нет, ничего. Я просто хотел тебе предложить повторить наше свидание, только без Халка. О, так ты тоже не хотел, чтобы Халк был с нами? Конечно, нет. Я ему говорил то, что на свидание друзей не берут, а он взял и навязался. О, отлично. Тогда сегодня вечером? Да, давай, договорились. О, Камиль, здорово. Что с ней вечером делаешь? Пойдем в качалку сходим. Халк, у меня сегодня свидание с Миланой. Только теперь вдвоем. Да, без тебя. Да ладно, ребят, не парьтесь. Я как раз хотел извиниться за то, что навязался тогда. Просто мне было скучно, и я хотел провести время со своими лучшими друзьями. Халк, я тебя прощаю только потому, что ты мой лучший друг. О, спасибо, Камиль. Надеюсь, тебе понравились мои подарки. Фух, я уже думала, сейчас опять начнет навязываться. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, а также нажимайте на колокольчик и ждите наших новых серий. Всем пока!